Ассоциация коммунальных предприятий Германии объявила, что цены на электроэнергию в 2023 году могут сильно вырасти. По мнению экспертов, подорожание составит около 60%. Удерживать цены от огромного повышения поставщикам удавалось из-за того, что была снижена надбавка за продвижение зеленой электроэнергии. Поэтому электроэнергия выросла в цене на 10%. Но в будущем году ожидается резкий скачок. В Германии могут поднять тарифы на вывоз мусора. Все дело в выбросах СО2, которые возникают при переработке отходов. Федеральное правительство Германии решило обложить новым налогом мусороперерабатывающие предприятия. Его хотят ввести уже со следующего года. Представители мусороперерабатывающей отрасли подсчитали, что за выбросы СО2 им придется дополнительно платить почти 1 миллиард евро. Самостоятельно покрыть такую огромную сумму они не смогут, поэтому платить придется клиентам. К другим темам. Закон о защите от инфекции, призванный защитить жителей Германии от новой волны коронавируса, снова подвергся изменениям. Теперь дети, переболевшие коронавирусом, больше не обязаны делать тесты на ковид и предъявлять отрицательные результаты перед поступлением в школу или детские сады. В Берлине запускают дешевый билет на общественный транспорт за 29 евро. Новый проездной будет действовать с 1 октября и до конца декабря. Сенат надеется, что за это время федеральное правительство примет общенациональный дешевый билет для общественного транспорта.